Ему 18. У него косая длинная челка. Он ее заправляет за ухо и назад. Говорит, как с листа, размеренно, плавно, четко. И ему всегда остается, что еще сказать. Он не смотрит в зал, а зал не отводит взгляда. Он научно колот, как бабочка на иглу. «Что бы вам сказать?» — говорит он первому ряду и без паузы начинает им. Про войну. Про войну, где он не был. Про потери и обещания. А потом тихонько подходят те, кто там был. Говорят негромко и руку жмут на прощание. Мол, спасибо, парень, все молчат, так хотя бы ты. Ему 18. Он не был в горячих точках. Он ни разу не видел того, о чем говорит. Так откуда тогда взялась в его рваных строчках такая боль, что не объять в две руки? Они подходят, и он не отводит взгляда. Это самое меньшее, что он способен им дать. Он всю жизнь ищет способ так громко сказать «не надо», чтобы ему никогда никого не пришлось убивать.